Эй, есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты. Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ебу. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть. Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Ну давай, детка. Привет, Клэр. Неплохая игрушка. Вижу, ты разбираешься, и вкус у тебя хороший. Это зверь. Моя гордость. В холодильнике пиво будешь? Спасибо. Так что там за дело? Мне нужен пилот. Думаю, ты подойдешь. Пилот? А ты, значит, будешь за штурмана? Не совсем. На этой гонке в экипаже пилот и стрелок. Так ты хорошо стреляешь или плохо водишь? Я хорошо разбираюсь в моторах. И стрелять умею. Но раллист из меня никакой. А ты, как я понимаю, умеешь водить. Только скажи, что это не первая твоя гонка. Нет, не бойся, я много кругов намотала. А твой прежний пилот куда делся? Он погиб год назад в аварии. А, прости. Ладно, Клэр, я буду твоим пилотом. Короче, в гонке 4 этапа. Начинаем в центре. Потом этапы будут в пустошах, в Сан-Доминго и финал в Уотсоне. Раз уж я веду, может, поедем на моей машине? Она у тебя потянет. Дело не только в скорости. Тачка должна удар держать. Спокойно. Я же не на мыльнице езжу. Можем ехать на твоей, можем на моей. Как захочешь. Когда старт? Сначала надо пройти несколько отборочных гонок. А требования? Нужно взять призовое место минимум в 2 гонках. Встретимся в центре. Я тебе перешлю координаты. Услышишь рев прокачанных монстров, ты на месте. Увидимся. Момент! Перезаряжаюсь! C
Сегодняшний выпуск международных новостей можно с уверенностью назвать межпланетным. Ценности стоимостью в миллионы евро-долларов были украдены с орбитальной станции «Галилей». Грабители пристыковались к станции во время солнечной бури, которая частично заглушила радары и, пробив корпус, пробрались в лабораторию Orbital Air. Космическим пиратам удалось украсть несколько экспериментальных прототипов. Их местонахождение неизвестно. Европейское космическое агентство предлагает высокую награду за помощь в поимке подозреваемых. И более оптимистичные новости из Детройта. Город, который более 100 лет был символом экономического упадка, сейчас переживает ренессанс. Обширные промышленные зоны, свалки мусора и заброшенные жилые массивы сегодня стали бесценным источником редких ресурсов. Тысячи иммигрантов, охваченных мусорной лихорадкой, прочесывают город в поисках электроники, созданной на заре текущего века. Не страшась ни трудных условий, ни засилья банд, они демонстрируют истинный дух настоящей американской предприимчивости. И последняя новость на сегодня. Синхат Студиос продемонстрировала новый подход к опеке над пожилыми людьми. Вместо того, чтобы размещать недееспособных родственников в дорогостоящих домах престарелых, вскоре вы сможете подключить их к системе «Серебряные дни». «Серебряные дни» — это продвинутый фидер, рассчитанный на нужды старшего поколения. В состав входят катетер, аспиратор, капельница, трубка для кормления и, самое главное, брейн-данс-обруч нового поколения. Ваши близкие смогут забыть обо всех заботах современного мира и перенестись во времена своей молодости, воссозданные на основе ваших семейных альбомов. Оформите предзаказ «Серебряных дней» уже сейчас и получите скидку 10%. Клэр, ты где? Я уже на месте. Отлично, подожди минуту, скоро буду. Хорошо, жду. Так, давай еще раз. На какой машине едем? На моей. Возражать не стану. Скоро буду. До встречи. Я кучу Эдди поставил на нашу победу. Знаешь, что? Проигрыш невозможен, дай ясно? Говорить, блядь. Гляди-ка, Сэмпсон, свежее мясо. Вижу. Было бы неприятно продуть новичку.
Да не смеши меня. На первом же повороте сойдет. Что думаешь? Про кого? Про этих говноедов? А что я должен думать? Микаго Энеис. Привет, Ви. Рада тебя видеть. Ну и как тебе? Надо же, сколько тут корпоратов. Откуда ты знаешь? Сама была из их числа. Им необходимо как-то снимать стресс. Либо ты как-то спускаешь пар, либо инфаркт, к тебе едет травма-тим. Ну, инфаркт им тут вряд ли грозит, но травма, конечно, уже дежурит на подхвате. А если тут кого зашибешь, никаких последствий? Да полиции вообще насрать. Все трупы они потом просто спишут на уличные аварии. Пуля в голову — это тоже типа ДТП? Какие улицы, такие ДТП. Есть советы перед стартом? Ты знай, держи тапку на газу. А мое дело — отшивать любопытных. На этой гонке победу приносит скорость, а не огневая мощь. Окей, тормозить не буду. А, держи щепку. Надо проехать через все контрольные точки, иначе дисквалификация. Если хочешь, можешь погулять, пока я в машине посижу. Когда старт? Вся инфа на щепке. Главное, возвращайся живым. Ничего не забыл. Люблю тебя. Принимаем последние ставки. Не упустите свой шанс. Первая гонка на выбывание. Все готовы? Если кто-то хочет сойти, а поздняк метаться, пристегните ремни, помолитесь кто кому и готовьтесь глотать пыль. 3, 2, 1. Впереди крутой поворот! Держись! Впереди крутой поворот! Держись!
Гляди в оба, сзади, похоже, идут на таран. Ну, удачи им! Победители! Сэмпсон и Дюк! Поздравляем! Ты молодец, Ви. Но мы не выиграли. Неважно, мы высоко в классификации. Если так будет дальше, пройдем в финал. В следующий раз первое место будет наше. Задержимся немного на финише, на всякий случай. Ладно. Ты каждый год участвуешь? Это четвертый раз. В самый первый мы выиграли. После такого нельзя бросить. Подсаживаешься. Нельзя или не хочется? А какая разница? Зачем тебе гонки? Из-за денег? Ради победы или славы? Уж очень ты серьезно к этому относишься. А ты не любишь побеждать? Конечно, кто не любит? Вот видишь, у нас есть что-то общее. А еще я люблю доводить дело до конца, так что давай выиграем эти чертовы гонки. Да, согласна. Подбросить тебя до гаража? Да нет, не надо. Сама доберусь. Ну, тогда до скорого. До скорого.
всегда, начнем с общего обзора биржи. Кироши прибавила 2 пункта. Квадро потеряла 1. И American Auto Works нарастила 1.5. Но самый большой сюрприз сегодня принесла Orbital Air, взлетевшая на 10 пунктов. Да-да, ваш слух в порядке, и вы не ослышались. 10 пунктов. Интересно, почему? О каких-то новых проектах Orbital Air не объявляла. Завершила год с убытками и рассталась с директором. Почему вообще кто-то вкладывает в стагнирующего аэрокосмического гиганта? Друзья, не забывайте, большими счетами управляют при помощи эскинов. Вы глазом моргнуть не успеете, а они уже пару раз купили и продали акции на миллиарды евро-долларов. Проблема в том, что мы не всегда знаем, почему именно эскины принимают то или иное решение. Хотя акционерам это не мешает. Кому нужны подробности, если есть выгода? Давайте копнем глубже, мои дорогие зрители. Как могла Orbital Air вырасти так сильно и так быстро? Друзья мои, я вижу лишь одно разумное объяснение. Эскины ожидают резкий рост интереса к орбитальным полетам в самом недалеком будущем. Но с чего? Мировая война? Природный катаклизм разразится? Может быть, произойдет восстание машин? Этого мы знать не можем. Чтобы искусственный интеллект не нагадал на своих данных, нам он об этом, увы, никогда не расскажет. Так что прислушайтесь к голосу разума и покупайте акции, друзья. Как ни крути, а дивиденды пригодятся вам, чтобы купить билет на Луну, когда все в итоге накроется. Привет, Клэр. Что по следующей гонке? Сложная будет. По бездорожью и под пулями. Возьмем моего зверя. Хочу опробовать в поле. Круто. Если что, я уже на месте. Отлично. Скоро буду. Окей. До встречи. Ты что сделала? Я, блядь, не для того жопу рву, чтобы ты все спустила на свои... Ага, взаимно, блядь. Привет, Ви. Рада тебя снова видеть. Ну что, очередная гонка? 2-я из 4, я надеюсь. К бездорожью готова? Что-то болельщиков не дофига. Кто захочет торчать на жаре? Ну да. Скорость, безумие, симфония искореженного металла, скукота. Говоришь, не просто будет? Это пустоши, детка. Тут власти нет, и можно все. У тебя будет полно работы.
У тебя тоже. Ошибешься и будем как перекати-поле весом в 4 тонны. Я не ошибусь. Ладно, не хочу на солнце плавиться, подожду в машине. Давай. Ну что, мужики, максимум безумия! Я уж думал, ты опять меня кинешь. Тогда пришлось бы пули с собой брать. Дамы и господа, пристегните ремни, поправьте штанишки, прогревайте движки! Через 30 секунд стартуем! Он меня отвлекает. Слышишь меня? Ну, если не обращай внимания, Луиджи любит поиграть на нервы. Эй, ты там! На всякий случай. Да, что такое? Просто хотел удачи пожелать! Спасибо! Три, два, один! Песчаная буря. Осторожней, Ви!
bottle it, and we full throttle it, swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in a pot of blue foam, so, chicken so good, it's dripping on wood, get a ride in the engine that could go, hit that, robbing it, bang, bang, cocking it, queen, I'll be dubbing it, prominent, it's ready for me, and Addy, if they touch me, they sorry, rock this song like a Harley, they pull up, and it's Ferrari, hey, hey, we bagging, road wrecking, slagging, it ain't karaoke night, but get the mic as I'm singing, oh, E, to the A, to the N, to the G, to the остается Ви и Клэр! Ви, мы молодцы, мы выиграли! Тяжко пришлось. Гони к финишной линии. Да, у меня Карабас брат, я говорила уже. Да, вторая передача вылетает. Не знаю я, уже все перепробовала. Ну да. А ты можешь ко мне заскочить? Что про меня скажешь? Да, буду ждать. Неуверенно режешь повороты и оттормаживаешься на прямых. Но это так, придирки. Еще не жалеешь, что пустила меня за руль? Пока нет. Прежний твой пилот был лучше, чем я? Был. Он был прекрасным мужем и отличным рулевым. Извини за вопрос, но как он погиб? Ну а как вообще гибнут гонщики? В прошлом году мы дошли до финала, хорошо шли, впереди всех. А потом... Давай сейчас не будем об этом. Да. Подвезти до моего гаража? Я сама доберусь. Спасибо. Тогда до встречи. Да. А теперь ты меня послушай. Топливо, которое ты мне продал, это хуйня из-под коня. И ты это знал. Короче, либо привозишь мне нормальный товар бесплатно, либо я с тобой дел больше не имею. Да, конечно, подумай. Ривер? Привет, Ви. Мне нужна помощь.
полицейский просит помощи у наемницы? Все настолько плохо. Я бы не хотел говорить об этом по телефону. Надо встретиться. Без проблем. Где и когда? Ночью, в Глене. Сейчас вышлю координаты. Сможешь? Я постараюсь. Спасибо, Ви. До встречи. До встречи. И передает мне привет сестре. Передам, если увидимся. Она ведь у меня теперь вся в работе. Мне бы взбодриться. Хромантикоры есть? Зачем эту бормотуху, душа моя? Она ж бывает в темноте светится. Не пей эту отраву, возьми лучше спанки-манки. Всяко приятнее, чем... Слышь, ты чего там подвис? Пардон, мадам. Минутку. Брэд! Эй, Брэд! Слушай, ты не выручишь. У меня тут с местными напряги. Поговорил бы с ними, кто авторитетный. Да можно и поговорить. Веди. Спасибо, подруга. Прошу за мной. Вы долбанулись! Лапы прочь от моего байка. Ты думал, мы пошутили? Это пока еще малая цена за измену. Да что же вы прицепились? Шенна приняла решение. Лучше бы за нее порадовались. Вот радость-то, шлюха продалась корпоратам. Пусть знает, что мы думаем. А тебе чего надо? Это не твое дело. Корпоратская крыса. Спокойно. Я ссоры не ищу. Пока. Что происходит? Вот этот твой приятель уговорил сестру податься в зетотех. Она и пошла, и ручкой не махнула. А мы ж с ней с детства на улице, все вместе. Бухло из автоматов пиздили, до корпоратов доебывались. Такая жизнь была. А теперь Шена перешла на их сторону. Продажная шлюха. Вы себя-то слышите? Думаете, если грабите бедных людей вроде меня, то делаете что-то хорошее? Шенна наконец-то повзрослела. И вам пора. То есть вы грабите уличного торговца, чтобы отомстить корпоратам? Оригинально. Ну-ка, отвалите от него. А то что? А то дам в морду, кости переломаю. Ну, или просто застрелю. Вариантов много. Раз ты так заботишься об этой крысе, можем вас обоих вместе уебать. Эй, Брэд, а это не та тёлка, про которую все говорят? Ну, которую замочили, она встала и пошла. Знаешь, сколько она народу уже положила? И притом в одиночку. Чёрт, она у нас на хвосте? Совсем с ума посходили. Спасибо, подруга. Это будет им хорошим уроком. А если между нами? Ты правда рад, что твоя сестра работает в зетотехе? Да я понимаю, о чем ты. Корпорации нас угнетают. Загоняют людей в рабство. Так ведь люди говорят. Только вот у тех, кто в корпорации, всегда есть еда на столе. И полный карман. Мне и Шене этого достаточно. Она ведь на нейростимуляторах живет. Не боишься за нее? Даром ничего не бывает. Надо пахать. Сам себя не обеспечишь, никто не поможет. Ну, с этим уж не поспоришь. С этими разобрались. Ты как, ничего? Кто, я? Да лучше всех. Эти только глотки драть умеют. Лучше про работу какую нашли. Паразиты. Хорошо, хоть Шена теперь пристроена. Еще никто в нашей семье не забирался так высоко. Ты это, заходи, как будет минутка. Хорошую скидку дам, тебе положено. Договорились. Спасибо.
Здесь не так и плохо. Может, что-то не советуешь брать? Дай подумать. Прежде всего, конечно, Budget Arms. Пластик дешевый, отдача сильная, дальность низкая и прочее. На твоем месте я бы поостерегся товаров Ростовича. По огневой мощи им нет равных, но они то и дело заедают, когда не надо. Ну не знаю. По-моему, Сатара вещь надежная. Ого, у нас тут эксперт. Признаю, хоть что-то сербы смогли сделать как следует. Что у тебя есть? Стволы любого калибра. Полюбуйся. А это правда или слух, что в Ароя сейчас эпидемия? Говорят о странных симптомах. Внезапно появляются ожоги и судороги, как при эпилепсии. А все это электростанция. Что у тебя в ассортименте? Столько всего. Может, что-то посоветуешь? Ага, купи. Все. Мне надо помыть руки. Успокойся, все в порядке. Ладно, я куплю. Я все-таки скажу. Сразу пойдем. Ты эти шмотки продаешь или просишь? Так сразу и не понять. Побираешься, говорят, найти работу, работаешь, издеваются. Вы там сами разберитесь сначала. Чем торгуешь? Всем, что видишь. Две минуты, пожалуйста. А, это снова ты. Хорошо. А чем пахнет? Это какой-то фрукт или средство для мытья посуды? А, это фирменное пиво. Мой маленький абрикосовый сюрприз. Как будет готово, народ сразу в очередь набежит. Мне бы взбодриться. Есть у тебя хромантикора? Спроси лучше, чего у меня нет. Сам я таким не балуюсь, но для любимых покупателей найдется все. Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему. А у тебя? С переменным успехом. Ничего нового. Ты звонишь узнать, как мои дела, или... Не только. У меня к тебе просьба. У тебя опять заказ? Хочешь, чтобы я где-то навела порядок? Не нравится мне твой голос. Ты в порядке? Это опять твой непрошенный гость? Тебе стало хуже? Не все так однозначно. Он стал более реальным, но при этом и более привычным, что ли. А, не буду притворяться, что что-то понимаю. Короче, у меня есть идея, как тебя немного отвлечь. За ранчо Коронадо есть дамба, знаешь? Ну да. А что с ней? Да с ней все норм. У озера стоит маленькая заброшенная бунгало. Приезжай туда на закате. И все? А где подробности? Что надо будет сделать? Все потом.
Не хочу испортить тебе сюрприз. Ты не пожалеешь. Обещаю. То есть, это свидание? Когда придешь, тогда и выяснишь. И я тоже. Пока, Ви. Клэр. Ви, готова к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Давай лучше на моей. Я ее лучше чувствую. Сама понимаешь. Конечно, понимаю. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Привет, Ви. Я сейчас осмотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Не боишься разбиться тут насмерть? А с чего бы именно сегодня? Да я не про сегодня. Я вообще. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно. Ну, моя подруга на своей кухне погибла. Тостер коротнул с утра. Так что, как говорится, чему быть, того не миновать. Как думаешь, какие у нас шансы? Ну, главный наш соперник — это Луиджи. А с ним еще и Марго за стрелка. Ну и? Эта баба обожает дырявить колеса. Но ты не забивай голову. Делай свое дело, а спецэффекты я возьму на себя. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Заводите своих монстров! Но хочу пощекотать ноздри ароматом выхлопных газов! Пусть моторы ревут, чтобы аж кровь из ушей! Вот так, то, что надо! Ну, пошел отсчет! 3, 2, 1! Вон чувак впереди, это Луиджи, жми за ним! Сейчас крутой поворот, закладывай! Ви, мы можем выиграть!
Осторожно, сзади будут обгонять! Пусть попробуют! Ви, мы можем выиграть! Сзади будут обгонять! Пусть попробуют! Получилось, Ви, мы в финале! Не останавливайся. Проедем немного дальше. Это зачем? Надо поговорить кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго. Нормально себя чувствуешь? Ви? Ого, красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то сказать хотела? Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Наверное, только я забыла. Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни.
Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Но и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг про мужа сейчас заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Это как-то связано с нашей гонкой? Ну, отчасти. Короче, моего мужа убили. Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. Расскажи мне, как погиб твой муж? Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмпсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. Я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам, никаких вопросов. Это же гонки. А от меня чего хочешь? Чтобы я помогла его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Я в этом не участвую. Извини, Клэр. Я ухожу. Точно? Просто уйдешь? Это окончательное решение? Ладно, я с тобой поеду. Но моя цель — только победа. Пусть Сэмпсон сдохнет на трассе без нарушения правил. Но в казни я участвовать не стану. На меня не рассчитывай. Справедливо. Я согласна. Это все, что я могу тебе обещать. И поверь мне, месть не принесет тебе покоя. Только еще больше будешь изводить себя. Вот и все. У меня на этот счет другое мнение. Ну да ладно. Увидимся в финале. Ухо! Не спешите его менять! В Найт-Сити непрактичность, бессмертный тренд. Вполне вероятно, что вы оснащены по последней моде.
из поклонниц ударилась во все тяжкие, чтобы стать на него похожей. Десяток имплантов, синтетическая кожа, и встречайте, Джейк 2.0. Актер-то не против, а вот студия подняла шум из-за незаконного использования... Привет, Ви. Джефферсон? Мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Допустим. Что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До скорого. Я Джиллиан Джордан. Ученые из Biodyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Склероз — это одно из немногих заболеваний, которое нельзя вылечить, заменив пораженные ткани имплантами. Однако эксперты из Biodyne создали наниты, которые при введении в спинной мозг обеспечивают постоянное восстановление нервной ткани. Заявленная стоимость этого новейшего метода лечения составляет 700 тысяч евро-долларов в месяц. Уже вторую неделю подряд на свалке, в которую превратились развалины Атлантик-Сити, бушует страшный пожар. Эта свалка в 4000 гектаров – одна из крупнейших в мире. Там хранятся как биологические, так и ядовитые отходы. В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных, и еще 40 получили серьезные ожоги и токсические отравления. Шведская академическая премия по литературе объявила нового лауреата – Вирджинию Гранчестер. Ее последняя книга «В тени яблони» признана сокровищем нашего поколения. Гранчестер, искусственный интеллект от компании Raven Microcybernetics, уже была удостоена целого ряда премий и наград. Ее первый роман под названием «Реквием по самураю» был издан одновременно на 70 языках и продан более 3 миллионов раз. Роман «В тени яблони» — это драма, разворачивающаяся в Ирландии в 20 веке. Это произведение уже признано шедевром литературы постколлапса. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что остаетесь на 54-м канале. Спасибо, что вы с нами. Время местных новостей. Долгожданная казнь Хоакина Шмидта, известного как мясник из Уотсона, состоится уже завтра. 27-летний Шмидт признался в убийстве 21 человека, в том числе собственных матери и сестры. Его казнь можно будет посетить лично или посмотреть в прямой трансляции по ссылке, которую вы видите внизу на своих экранах. Организатор мероприятия компании Capital Corrections обещает провести эффектное шоу и разыграть среди зрителей ценные призы. Внимание жителей района Чартер-Хилл! Исследования, проведенные по заказу All Foods, показали критический процент содержания свинца и кадмия в вашей водопроводной воде.
Коммунальные службы Найт-Сити предполагают, что источник загрязнения – ветхие водопроводные трубы, но их замену пока не планируют. Потребление бутилированной минеральной воды позволит избежать заболеваний. И помните, все самое дешевое – Whole Foods. Представители моста сообщают, что поезда на линии М2 будут ходить с большими интервалами. Станция Аройо была эвакуирована после того, как системы предупреждения обнаружили в одном из туннелей многочисленную колонию крыс. На место были немедленно вызваны диротизаторы. Транспортное бюро Найт-Сити информирует, что станция Аройо будет закрыта на неопределенный срок. И это все местные новости на сегодня. До свидания и хорошего дня! Клэр, привет. Нас ждет финал, Ви, наша большая гонка. Есть такое. Ты скоро? Я уже на месте. Да, скоро. Такое дело. Мы поедем по автостраде, так что надо взять машину побыстрее. Хочешь поехать на своей тачке или на моем звере? Возьмем мою. Я ее лучше чувствую. Без проблем. Встречаемся на старте? Так точно. Жди меня там. Беда. А Васим есть? История древнего мира. Ладно, бери ее до кучи и возвращайся. Джемсон, ты лучший! А,
Тебе конец, Сэмсон! Отвали, психованная! Никаких угрызений совести? Ни малейших. Думаешь, живым уйдешь, скотина? Клэр! Это твой новый пилот? На твоем месте я собрал бы игрушки и бежал бы бегом. У Клэр партнеры долго не живут. Ах, ты ублюдок! Правда в том, что Дин был херовым мужем и херовым пилотом. Он был о себе слишком высокого мнения. За это и поплатился. А ты? Смирись. Его убил не я. Гоннор его убил. Какое же ты говно, Сэмпсон. Корпоратская ты мразь! У меня десяток пуль с твоим именем. Отъебись! Клэр, хватит. Пойдем. Хорошо. Не волнуйся, у меня к тебе будет просьба. Я тебе потом сделаю массаж, как ты любишь. Приводи подружек. Отметим. Мы устроим тебе рай, если выиграешь, зайчик. Никаких если. Чтоб ты в первый же поворот въебался, урод! Будешь водить потом со сломанными руками! Сегодня выиграют... Ну все, ребята, по машинам! Пришло время корежить металл и разбивать головы! Все готовы? 3, 2, 1! Впереди крутой поворот! Держись! За ним, Ви! Садись ему на хвост! Садись ему на хвост! Yeah!
ним, Ви! Садись ему на хвост! Садись ему на хвост! Он поврежден! Съезжает с трассы! Давай за ним, Ви! Не дай ему уйти! Это единственный шанс! Проскочили поворот! Да знаю. Мы еще можем его достать! Поворачивай! Садись ему на хвост! Гони к нему! Быстро! Ничего? Жалкий ты червяк. Эй, прошу тебя, останови ее! Клэр, я тебя умоляю! Господи, Клэр, чего ты докопалась? Я не убивал твоего мужа! Пасть заткни! Да он сам себя убил, дура! Отпусти меня, я ни при чем! Ты мне зубы не заговаривай! Это он сейчас о чем? Какая разница? Просто лапшу на уши вешает. Нет, пожалуйста! Останови ее! Я не убивал ее мужа! Я сказала, заткни пасть! Клэр, погоди. Я хочу послушать. Зачем?
Что ты хочешь сказать, Сэмпсон? Дин просто пытался обойти меня на финише и потерял управление. Ты нас столкнул! А хоть бы и так, это в правилах гонки. Я ничего не нарушал. Это правда, Клэр? Сэмпсон не нарушал правил? Какая разница? Этот ублюдок убил моего Дина, и он заплатит за это! Чего ты от меня хочешь? Ты сама убиваешь, как и все! Клэр, это был несчастный случай. Это гонки. Я его любила. Я его любила больше жизни, и чтобы я позволила убийце... Чтобы я позволила убийце уйти безнаказанным, так что ли? Блять. Клэр, пожалуйста. Повезло тебе, мразь. Можешь теперь обосраться от счастья. Ты не убьешь его? Поехали отсюда, Ви, пока я не передумала. Короче, погнали уже скорее. Ага. Конец истории. Наверное, да. Каким он был, твой муж? Расскажи. Спать любил до обеда. Я понемногу его забываю. Боюсь, что скоро совсем забуду. Главное останется. Ты будешь помнить любовь к нему. Да. Ты как сама-то? Нормально. А что? Ну, вид пришибленный. Да нет. По правде сказать, я ничего не чувствую. Ничего. Все еще наладится. Что все? Жизнь. Ты пойдешь дальше. Будешь смотреть вперед. Идти я хочу к винному шкафу, смотреть на дно стакана. Не хочешь еще раз попробовать? В смысле, в гонках? Со мной? Не хочу. Мне больше нечего делать на трассе. Вот как? Вот так. Гонки были нашим общим делом, для меня и Дина. С тобой я хотела просто достать Сэмпсона.
Зверь твой. А ты отдаешь мне свою машину? Она не моя. Она была наша с Дином, общая. И поскольку нас больше нет... Удачи тебе, Ви. И будь все-таки аккуратнее на поворотах, а то впишешься в столб. Отступаем! Пощады не давать! За мной, солдаты! Поехали! Ты на голову больная? Выходи, разберемся по-быстрому.